спрашивай, что может сделать для тебя город. Лучше спроси себя, что можешь ты сделать для своего города. Смотрите, так выглядят старые улицы Линца. К раскопкам бережно относятся, их огородили стеклянными заграждениями, и поверх этих улиц находится красивый парк. Наконец-то, минуя вереницу магазинов с очень интересными вещами, сувенирами, я добралась до старого города. Здесь моему взору предстала карта с достопримечательностями, также все их названия. Вот видите, можно было и не искать в интернете, все здесь есть для таких, как я. Сейчас передо мной дилемма, идти налево или направо. Ну что, буду бросать монетку, прям орел или решка. Вот так выглядят австрийские полицейские. В общем, поразмыслив, я поняла, что не успею я посмотреть замок средневековый, поэтому пойду на Хауптплац. Смотрю центральную площадь, а также, может быть, увижу домик Моцарта. Все-таки же я из Зальцбурга. Это и есть центральная площадь города, Хауптплац. Это чумной столб, вы видите, в центре экрана. Уже немного стемнело. Ездят машины, трамваи. Шумно! Сейчас здесь строится рождественская ярмарка. Наверное, здесь будет очень красиво на Рождество. На этой площади находится информационный центр Tourist Information, Tourist Point, где вы можете задать любой вопрос касательно Линца, где что находится. Здесь же, на этой площади, на центральной площади, находится туалет и подземная парковка. Вообще красивая площадь. Мне нравится, несмотря даже на стройку и трамваи. Вечером в Линце очень красиво. Вот это красивое четырехэтажное здание. Это домик Моцарта. Моцарт Хаус. Оно построено в стиле Ренессанс. И там есть внутренний дворик с аркадами. В этом доме он написал одно из своих последних произведений. Видите, в центре есть табличка, где об этом написано. Это Линская симфония. Он ее написал, когда гостил у графа Туна, который проживал в этом доме. Симпатичный внутренний дворик. Очень типичный для Линца, как я уже заметила. Аркады, аркады, арочки. Вечером очень красиво, потому что загорается свет в окнах. От этого город становится какой-то таинственный, немножко сказочный. Если зайти вот в эту серую дверь, сейчас она, к сожалению, закрыта, потому что уже вечер, то можно посмотреть комнату Моцарта.
В Австрии очень любят декорировать помещения цветами. И Линц, как мы видим, не исключение. Очень красивая цветочная лавка. Смотрите, как она современно декорирована сверху. Здесь продают некие зимние сорта растений, а также комнатные перчики. Взгляните, какие искусные композиции. У австрийцев определенно есть вкус в этом деле. Обычный хлопок. А смотрите, как он украшает этот якобы из дерева венок. Венок, видимо, обклеен корой, потом покрашен. Очень красиво. А также в Австрии очень любят орхидеи. Очень. В каждом доме есть орхидеи. Потрясающей красоты закат. Смотрите.